Ездим по озерам Ставропольского района Самарской области в поисках более-менее приличного карася. Мелочь сантиметров 8-10 клюет почти на всех озерах, а нам нужно покрупнее, ну, чтоб сантиметров 20 хотя бы. Вот, наконец, нарвались на озеро, где клюет, ну, нормальный карась. Ловится и на перловку, и на опарыш, и на червя. Такой всеядный карась какой-то. За 2 часа с 8 утра и до 10 поймали штук 15 карасей. И после 10 перестало клевать. На этом рыбалка наша закончилась.